Всем привет, чао-чао. Вот я хотела вам рассказать, что на Фьере мы купили, ну, сделали следующие покупки. Мы купили мыло из Савона с лавандой. Вот такое мыло. И вот такое мыло. Оно невероятно пахнет, очень пахнет. Такой приятный освежающий запах лаванды. И вот такой мед из лаванды. Давид Джулейн или Джулайн. Не знаю, как правильно сказать. И думаю, что мы сделали очень удачные покупочки. Мыло стоит 3 евро, а мед дороговато. 8 евро. Но очень вкусный. Думаю, что Эмилии понравится. Всем пока. Чао-чао.